более 600 российских компаний, представители Великобритании, Бельгии, Италии, Китая и многих других стран собрались в подмосковном Жуковском на международный авиационно-космический салон. Свой опыт в авиастроении представила и ульяновская делегация, презентовав стенд с разработками региональных компаний. В экспозицию вошли разработки таких предприятий, как Авиастар СП, Спектр Авиа, Аэрокомпозит, Промтех и многие другие. Ну а венец ульяновской коллекции – новенький Ил-76МД-90А. Это первый публичный показ российского топливозаправщика. Уже в течение недели Авиастар СП сдаст третий самолет, который потом передадут в 235-й военно-транспортный авиационный полк. В ближайшее время на заводе будет запущена поточная линия. В этом году уже переданы в эксплуатацию два самолета Ил-76МД-90А. И они сейчас активно уже участвуют в боевой работе 235-го полка ВТА. Сегодня утром подписан формуляр и завершено фактически изготовление третьего самолета. Значит, и сейчас выполняется приемка его уже полком военно-транспортной авиации. И до конца года мы планируем сдачу минимум два самолета. Также губернатор Сергей Морозов провел переговоры с генеральным директором Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов Евгением Кабловым. Главная тема – строительство лабораторно-производственного комплекса по выпуску полимерных композиционных материалов и покрытий. Это очень важный этап. Подписано распоряжение уже правительства, фактически решение состоялось. И это решение открывает дополнительные возможности в плане увеличения объема выполняемых работ филиалом. Объем финансирования – 938 миллионов рублей. Будет создано несколько десятков рабочих мест, а средняя зарплата будет достигать 60 тысяч рублей. С открытием нового корпуса налоговые отчисления в областной бюджет вырастут в два раза. Анна Тищенко, новости Улправды ТВ.